Так, мы опять возле рога, и теперь сейчас на видео покажу его по светлу, потому что тогда смотрели ночью, и ничего по сути нельзя было снять. Но все увидели, все проверили, поэтому сейчас чисто наглядно его по кругу показать. А, по машине красилась эта, да, сторона, по-моему? А, красилась левая сторона, только что именно я не помню, но это сейчас еще дофоткаем и посмотрим. Как раз хорошая погода, чтобы видеть запотевание фар. И они тут отсутствуют, запотеваний никаких нету. На машине, по сути, небольшой пробег. Там 70 тысяч с копеечкой. Есть небольшие как царапки. Вот видно по бамперу, но их и то еле-еле видно. Вот тут они есть. Вот это что-то тоже такое, мини-царапочка. Снизу бампера. Резина стоит уже зимняя. Протектор, в принципе, нормальный. На пару сезонов точно хватит. Так, стекла оригинал. Царапки коцки. Мы тогда все засняли тоже на видео царапки. Ой, на видео, говорю, на фотке. Они тут есть, но так, чтобы их прям сильно-сильно было, то не. Ну, машина черная, это все можно сполировать. Тут, видно, такая царапинка тоже есть. Вот, но это все полируется, это не глубокое. Салон. Ну, салон, конечно, в состоянии нового. Есть одна дырочка от пропала маленькая на водительском сиденье, сейчас попозже покажу. Но ничего критичного. Торпеда. Тут есть косячок. Ручка. Ручка идеально. Задний ряд. Что у нас по заднему ряду? Ну все, машина, конечно, смотрится прям очень хорошо, красиво. Пороги не затерты. Ох, тут у нас что-то тут у нас такое непонятное. Что же это такое? Ремень, наверное, должен быть. Бляшка где-то на там снизу. У нас она регулируется. А я одной рукой не могу. Короче, туда-сюда ездит. Да, наверное, одной рукой тут ничего не сделаю. Так вот. Подстаканника. Что-то у нас разъем USB тут болтается. Надо ставить нормально. Ну вот он тут вот так вот полувисит. С подсветку включим. Карманы, хорошо. По потолку замечаний нету. Тут чуть-чуть что-то есть такое, как точки какие-то странные. Угу. Так, зад. Вот куда? Камера есть. Тут есть косяк. У нас что-то так полуразобрано. Полочка есть, есть. Тут полочки. Коврики. Докатка. Докатка. Что-то не вижу инструмента. А есть у нее домкрат? Есть. Домкрат, ключ. А куда я делал ключ? Я не давал. У меня, да, у меня. Я ищу. Смотри. Целочка. Ага, да, да, домкрат, да. И ключ в чехле. Ага, супер. И запаска. Угу, да, видел докатка. Окей. По этой стороне. По этой стороне что тут у нас? Ага, это крыло красилось. Наверное, сейчас давайте сзади. Там спереди. Карта. Огонь. Тут все без замечаний. Стеклоподъемники, центральный замок, блокировка. Тут что-то грязь просто. Вот этот пропал на сиденье водительском. Все.
Так, по салону. Руль в своем состоянии. 79 тысяч пробега на нем. Ручка КПП не затертая. Тут царапин ни по пластику, ни по рояльному лаку нету. По диагностике уже все его читали. Ключ. Заводим. Мы же его на холодно заводили, и сейчас она не холодная, но не горячая, такая теплая. Шибок по машине не горит. Смотри, только не пристегнут ремень и тоже открытый багажник и двери. Тут у нас все работает, все регулируется, круиз включается, усилитель огонь. Вопрос только к тому, что он тут подскрипывает. А сама рейка отрабатывает нормально. Так, на половине того видео у меня вырубилось что-то видео, я этого не заметил. Хотя показалось, что потом чуть ли не полмашины еще. Но под капотом... Вопросов по машине абсолютно никаких нету, реально состояние новой машины. Все чистенькое, резиночки все резиновые, а не дубовые. Все в уровне, нигде никаких потеков, коробка сухая, мотор сухой, клапанка сухая, уровень масла отличное, тормозная отличная, все в уровнях. Номер мотора отсюда видно. Хорошо. А, что там? Крылья не крутились, капот не крутился. Ну и замечаний, в принципе, по подкапотке никаких нету. Замечания все вот визуальные. Фары не потеют. Это плюс. Крылья, это же крыло. Менялось? Две двери и крыло. Тут непонятно. Глянь. Ну да, тут крутилось. Ремонтировалось, крыло менялось. Крыло менялось. Крыло менялось. Идентифицировать его не могу. Нету никаких надписей. Стоит светодиодная оптика. Оптика фары, фоне лампочки. Крепление фар все целое. По радиаторам вопросов тоже нет никаких. Все еще. А, крышка багажника, да? Ну, открою ее. Крышка багажника тут идет пластиковая. Поэтому идентифицировать, красилась она или нет, нельзя. Но мы видим по следам, что есть следы демонтажа. Ее тут она снималась. А само стекло. Родное. Стекло родное. А все стекла родные у нее? Да, по-моему. По правой я смотрел родные? Да. Семерочка. Машина 17-го года. Тут открыто, но потом посмотрю. Лобовое. Родное. Вин. Здесь все красивенько стоит, ничего не болтается.